Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дан Запашный, и это не влог, это будет коротенькое видео о том, что происходит в данный момент. Сегодня 24 октября, несколько дней мы находимся уже в городе Нижнем Тагиле, и 26 у нас здесь премьера. Мы открываемся и делаем, в общем, все возможное для того, чтобы наше представление было интересным. Поэтому репетиции идут у нас с утра до ночи, и это на самом деле так. Я нисколько не преувеличиваю, потому что изменения у нас в программе очень существенные. Все службы Нижнетагильского цирка во главе директора Руслана Анатольевича Мощевского стараются максимально. Мы, в общем, реализуем некоторые интересные моменты в нашем представлении, которые, я уверен, вам должны обязательно понравиться. К слову о том, что сейчас у меня не будет времени, к сожалению, монтировать влоги, потому что я действительно очень-очень сильно занят. Вот, честно признаюсь, выкроил немного времени для того, чтобы спокойно сесть и записать вам это видеосообщение, чтобы были в курсе того, что происходит, что все у нас нормально, работа кипит, и мы делаем наши дела. На следующей неделе я обязательно постараюсь снять интересные какие-то моменты, расскажу о цирке, о том, что здесь вообще происходит. Цирк здесь очень интересный, и о нем стоит рассказать. Я потом вам объясню, почему. Так что вот такие вот дела. Не пропадайте, я с вами рядом. Смотрите видео, которое я уже сделал, потому что я очень старался. Вот, может быть, что-то вы не видели, может быть, что-то видели, но тем не менее. И я вас очень попрошу, для того, чтобы нас больше увидело людей, мне понадобится ваша помощь. Друзья, пожалуйста, делитесь моими роликами со своими друзьями как можно больше, потому что мне хочется, чтобы наш канал с вами развился, чтобы больше о нас узнало, о цирке, о животных, о том, что здесь происходит. Я считаю, что информация это очень интересная, необычная. Подобных каналов на YouTube в принципе нет, и мне будет очень приятно, если вы меня поддержите. Всем желаю хорошего настроения, не прощаюсь, до скорых встреч!